11 июля в Пензе стартовало первенство России по плаванию среди юниоров в возрасте 17-18 и юниорок 15-17 лет. Данные состязания будут проходить во дворце водного спорта «Сура» в Пензе. Из Дагестана на турнир была отправлена делегация, состоящая из двух спортсменов. Это кандидаты в мастера спорта Адам Адамов и Юсуф Курбаналиев под руководством старшего тренера Владимира Гасанова и президента Федерации плавания Республики Дагестан Аскандара Адамова. 12 июля в 9 утра для спортсменов уже прошли предварительные заплывы, по результатам которых Юсуф Курбаналиев в общем набрал 583 очка, а Адам Адамов 621. В ближайшее время ребят ждет еще 4 дня соревнований, по итогам которых будут избраны победители.